Следующая интеграция, про которую часто спрашивают и хотят знать, а есть ли у вас интеграция с 1С? Причем даже не уточняют, что, и не очень понимают сами зачастую, что. У нас есть несколько интеграций с 1С. Первое, самое простое, самое бюджетное решение – это использование такой утилиты сторонней, формула модуль учета рабочего времени называется эта утилита. Как здесь происходит интеграция? Со стороны ГИТа есть специальный отчет, так и называется, отчет для импорта в 1С, где создается табель рабочего времени за месяц в определенном формате. По каждому человеку время первого прихода, время последнего там, ухода и суммарное время за день. И по всем дням месяца это все. Этот файлик текстовый сохраняется в определенном формате там, в указанное место на диске. А вот эта утилита, она берет этот файлик и закачивает его прямо в 1С. И уже в 1С появляется информация о реальных проходах человека, и дальше на основании этого создается табель расчета заработной платы. Есть более глубокий вариант интеграции, использование ПО Gate Personal, которая уже, это программа, собственно, написанная на 1С, которая работает сразу и с гейтовой базой, и с 1С. То есть она сразу же берет события из гейта и сама закачивает их в 1С. Как я и говорил, Gate Personal работает одновременно и с базы 1С, и с базы гейта. То есть, когда мы заносим нового сотрудника, а это делается в интерфейсе 1С, мы прямо в интерфейсе 1С говорим «выдать карточку». Эта карточка привязывается к сотруднику и тут же передается в гейт во все контроллеры. Но считывается прямо из 1С мы регистрируем? Или все-таки из гейта? Нет, все допуски прямо в 1С. А сам сетатор? Идентификатор здесь, саму карточку, да. В 1С. Все делается в 1С, в ГИТе остается только конфигурация дверей, время открывания дверей. А все, что касается работы с пользователями, делается из интерфейса 1С. Занесение, изменения, продление, блокировка карточек, все отчеты, учет рабочего времени, все из 1С. Вот. Это написано на платформе «Восьмерка». Соответственно, сейчас уже про семерку никто и не спрашивает. Раньше спрашивали, работаете с семеркой. С семеркой не работаем. Может интегрироваться вместе с ЗУПом или УПП, может работать как самостоятельная программа. Единственное, что ей нужно, это нужен 1С-ный ключ, 1С-ная лицензия, чтобы она полноценно работала.